Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я приготовила зимний салат. Хотела с вами поделиться. Это азербайджанский салат осенний. Называется аджапсандал. Сюда идет зеленый помидор, капусту, болгарский перец, острый перец, морковка, кабачки, цукини, баклажаны, зелень туда можно добавить, сельдерей и петрушка. Все средние. Заранее я приготовила. Все помыла, почистила. Средние порезала и посолила. Еще сюда я добавила горький горошек перец. Черный горошек перец и душистый горошек перец. И лавровые листья. Спасибо заранее. Лайк поставить не забывайте. Еще я воду не буду добавить, потому что он бросил свою собственную соку. Видите, сколько сок вышло у меня. Сейчас я буду складывать баночку. Все. Я еще сюда буду добавить столовый уксус 9%. Где-то 100 грамм. Еще я вам сказала, собственно, соку будет добавить. Вот и не будем добавить сюда.